От губернатора к губернатору. Павел Коньков возложил цветы к памятнику Михаила Фрунзе. 2 февраля исполняется 132 года со дня рождения известного государственного деятеля. Именно Фрунзе вышел с предложением о создании новой губернии. В июне 1918 года наркомат внутренних дел РСФСР подписал постановление об образовании Иваново-Вознесенской губернии. И в следующем году области исполнится 100 лет. К памятнику, который, к слову, в прошлом году отреставрировали, пришли чиновники, депутаты, представители общественности. Именно его энергия, его, как теперь говорят, лоббистские возможности во многом предопределило в 1918 году с появления Ивановской области. Мы будем отмечать ее столетие в будущем году и при этом всегда будем помнить роль в этом процессе Михаила Васильевича Фрунзе.